Создание привлекательного облика Чебоксара и выполнение обязательств по муниципальным закупкам – основные темы повестки дня традиционного совещания в столице республики. Почти 3 миллиарда рублей. Такова сумма экономии от аукционов на муниципальные закупки в этом году. Что особенно важно, около 8 тысяч договоров заключены с местными заказчиками. Правда, среди них есть те, кто не выполняет свои обязательства. На сегодня исполнение более 40 контрактов находится на контроле у руководства Чебоксар, а по 14 направлены исковые заявления в арбитражный суд. С заказчиком нашим муниципальным четко и строго взыскивать все штрафные санкции, которые, соответственно, определились в ходе исполнения контракта, когда у нас такие факты существуют, когда, значит, объект там, с просрочкой чуть ли не, там, не полгода, а работа претензионная везет очень слабо. Предписания затронули и собственников некоторых столичных зданий. Архитектурный облик отдельных объектов оставляет желать лучшего. Владельцам зданий, не отвечающих современным архитектурным требованиям, выдаются нарочно письма с требованиями и указанием сроков о необходимости устранить выявленные недостатки. В период с апреля по 30 июля текущего года выдано 88 таких предписаний. По состоянию на 7 августа все предписания исполнены. В преддверии Дня города здание нужно привести в надлежащий вид в соответствии с требованиями. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.